Да, хорошо. Несколько приемов. Ага. Так, правильно его вести. Да. Давайте. Уже сюда идет? Да. Вот зона. Когда мы проходим вот сюда к работе, вот сюда к зоне, да? Тут надо контракт. Если он уходит туда, мы идем туда. Да. И потихонечку, потихонечку идет, идет на него давление. Да. То есть он сильно, просто мы его пойдем сюда, ну, допустим, да? Допустим, да? Вот. Но здесь такая ситуация, что если, допустим, многие начинают сюда. Не надо. Потому что правила сейчас такие, что если я его сделал движение, или я его выключу, то это бах, у меня бах. Правильно. Но если мое движение начнется на ковре и закончится в опасном положении, допустим, я прошу, ну 4 балла. Понимаешь, то есть здесь вот этот момент, вот этот шанс, его упускать не надо. То же самое, и если мы отсюда прошли, видишь, вот, вот, вот мы его ведем, вот. То есть с бокового прохода, да? Но бывает такая ситуация, что мы прошли, и вот здесь вот не идет дальше, попробуем сюда, не идет. Здесь, сюда. Но, сейчас не провалился, не провалился, слышишь? Сюда, но бывает такая ситуация, что эта рука идет вот сюда, вот отсюда, сюда идет, вот. Вот здесь вот, вот здесь. Надо отрывать его. И, конечно, желательно скрутить и на 4 балла. На ковер, чтобы мы здесь могли его положить, да. Вот. Ну, уходи, когда он на тебя толкает. Толкает. Здесь тоже надо одну руку к себе. Опять же, когда он поднимается, Контратака. Еще движение. Да. Вот. Он меня толкает. Я ухожу правильно руку.